Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова. Меня зовут Юля, давно не виделись. Сегодня мы будем тестировать с вами новую палетку от Niki Tutorials и ее коллаборации вместе с Beauty Bay. Палетка вышла, может быть, неделю-полторы назад, и она уже sold out, ее уже нету в наличии на сайте Beauty Bay. И это неудивительно, потому что палетка состоит из 25 оттенков, и она стоит $30. Это очень хорошая цена для такого количества цветов, и поэтому имеем, что имеем. Итак, вот так пришла ко мне эта посылочка прямиком из Британии, и она выглядит действительно очень красиво, очень милая упаковка. Кстати говоря, Ники положила в подарок каждому, кто купил ее палетку, вот такую вот штучку для телефона, на которой написано Ники и Би, что значит Beauty Bay. Палетка сама невероятно красивая, я еще ничего не распаковывала, все еще в таком состоянии, в котором ко мне пришло. И, в общем, вот так выглядит сама упаковочка. Это действительно красиво, блестящие упаковки. Она, кстати говоря, даже текстурированная немножко. Блестки сами, прикольная упаковка. И я так понимаю, что вот этот вот замочек, он представляет собой как бы вход в мир Niki Tutorials. Когда вы получаете посылку, здесь написано «Hello, guys!» It's me, Niki, hello. Это то, что она говорит именно в начале каждого выпуска, и это очень мило. И сейчас я вам попытаюсь перевести немножко из того, что она написала здесь. Niki пишет, что она невероятно восхищена увидеть это, то, что вышло, именно ее коллаборация с Beauty Bay. Она очень гордится тем, что у нее вышло, как она к этому пришла. Это значит, что она считает, что она делала все правильно все это время для всех. И также Niki Tutorials говорит, что эта палетка символизирует два ее внутренних мира. Левая сторона палетки, она на светлой стороне, и правая, более темная сторона, она символизирует более темную сторону ее личности. Сейчас у нас такой небольшой unpacking будет. Вот так выглядит сама палеточка. По-моему, это очень действительно уникально. И она не очень большая, то есть она, конечно же, меньше, чем палетка от Jeffree Star, но она не очень огромная, как бывают некоторые палетки. Здесь, напомню, 25 цветов, и вот так это все выглядит. Что первое бросается мне в глаза, это то, что рефилы в этой палетке, они большие. Я ни разу не покупала ничего с Beauty Bay в плане именно палеток, и так как это коллаборация с Niki Tutorials, и это Beauty Bay, я не знаю, какое качество у этих теней может быть, однако хочется верить, что все они будут растушевываться так, как мы этого хотим. О, такой запах, знаете, какой-то, не то что пластик, возможно, даже пластик, странный. Такой какой-то китайский запах. Когда вы покупаете что-то китайское, очень дешевое, вот примерно такой же запах идет от вещей. Это первое, что я чувствую. Ах. Итак, представим, что Niki сегодня на светлой стороне, у нее все отлично в жизни. И написано здесь, когда мы открываем I'm me, то есть она, кто она есть, она считает, что она такая, допустим, сегодня. И мы видим действительно очень такие неоновые оттенки. Если на повседневку выбирать оттенки из всех их, я бы, наверное, выбрала только этот нейтральный оттенок и парочку шиммеров. На этой стороне зеркало, оно магнитное, на этой без магнита. Итак, более темная сторона Niki, гораздо более такие приглушенные оттенки. Активные, тем не менее, конечно же, особенно этот оттенок Slasher. Вот эти два оттенка, они, кстати, очень прикольные. Это отличный вариант на ежедневный макияж какой-нибудь. Ну и вот эти оттенки, конечно, более для тех, кто любит экспериментировать и не боится яркого макияжа. И, ребят, я совсем забыла упомянуть о среднем ряду этой палетки, где мы имеем красный, где мы имеем очень красивый серебристый оттенок, где мы имеем невероятно такой пигментированный цвет морской волны. Это смотрится действительно очень и очень интересно. И для сегодняшнего нашего лука мы будем использовать два глаза и две стороны этой палетки. На этот глаз я нанесу сторону с очень светлыми неоновыми оттенками, а именно светлый мир Niki Tutorials. Здесь оттенки очень неоновые, очень летние. И правая сторона нашей палетки будет у нас вот в таких темненьких оттенках. Темная сторона Niki Tutorials, та сторона, где она является той, кем мы ее не видели на YouTube, да, то есть она другая. И надеюсь, что мы сможем узнать ее личность немножко-немножко лучше в этом видео. Ну что, поехали! И первое, с чего мы начнем, это будут, конечно же, свотчи. Я посвотчу всю эту палетку слева направо, поэтому берите снэк, чашечку чая и давайте уже начинать. Feel,
Начнем наш макияж, будет постельная часть этой палетки, именно вот это, так как мы хотим использовать средний ряд этой палетки, и нам для того, чтобы пробраться к нему, нужно открыть все две части палетки. Я хочу начать с этого красного оттенка, очень яркий, дерзкий, такой прям, знаете, ух оттенок, я бы сказала. Кстати, ребят, для того, чтобы работать с этой палеткой, нужно нанести какой-нибудь такой липкий праймер, чтобы он смог вобрать в себя этот пигмент, прессованный пигмент. И я нанесла праймер от KVD, их Shake Primer. Я делала, кстати, на него обзор отдельно. Он хорош, но не на каждый день, он очень-очень липкий, поэтому... О, кстати, эти два зеркала, они абсолютно разные. Это зеркало на черной стороне, оно как будто бы масштабирует, приближает вас, а это зеркало, оно обычное, ну, без масштабирования. Решила нанести эти штучки от Elf, потому что иногда такие тени, они для меня бывают сложно растушевываются, поэтому это такой, знаете, ленивый макияж. Еще немножко больше я хочу оттенка на свою кисточку. Вау, он реально пигментированный. И что интересно, как цвет выглядит в самой палетке, так он наносится на
веке, то есть он не плетнее, не гораздо темнее. Дальше я хочу взять оттенок Вла. Очень интересное название. Вла. И нанесем его как бы поверх нашего активного красного оттенка. И дальше я хочу взять оттенок Redemption. Это такой яркий желтый, оранжевый оттенок. Пока что, в принципе, меня все устраивает. Это определенно очень-очень пигментированные тени, которые, мне кажется, с ними легко работать. То есть нет такого, что они залипают пока что. Дальше я хочу взять тот же самый красный цвет. И немножко еще больше растушуем его ближе к уголку глаза. Пока что, мне кажется, это смотрится необычно, слишком красно. Поэтому нам нужно взять какой-нибудь красивый оттенок, чтобы все это гораздо больше сверкало. А то это слишком скучно, красный матовый оттенок. Немножко неестественно, правильно же? Я возьму оттенок Aura. Мне кажется, это самая интересная часть любого макияжа. Нанесем и вот этот оттенок красненький по всему веку. О, вау! Это, знаете, такой новогодний оттенок. Вот если, допустим, у вас какая-нибудь вечеринка грядет впереди, вы хотите сверкать, это тот самый тип и качество шиммера, который вы хотите, чтобы были на ваших глазах. Серьезно, это очень-очень приятный и дорого выглядящий шиммер. Я хочу добавить еще немножко желтого оттенка в уголки глаз, потому что, может быть, это кисточка такая, которую я наносила, желтый оттенок, он не особо проявился, то есть его почти не видно даже. Смотрится все очень красным. Ну вот, другое дело, по-моему, смотрится очень красиво, опять же. Я не знаю, мои ли это оттенки, мой ли это тон теней, который бы я использовала каждый день. Я люблю всегда делать нейтральные оттенки, нюдовые, какие-нибудь коричневатые, может быть, холодные, как у Наташи Диноны. Но этот лук, возможно, он хорош для какой-нибудь вечеринки или если вы чувствуете себя более смелой. Поэтому если вы любите такие пастельные оттенки, то эта сторона палетки вместе с серединой третьего ряда, то эта палетка вам понравится. Сейчас будет самый классный ASMR-ный момент. Уп. Видите, насколько это аккуратно и красиво смотрится, когда ты используешь специальный пластырь для макияжа. По-моему, это просто вопрос, который, как мне кажется, у вас уже есть на устах. Опадают ли эти металлики? Я вижу немножко, совсем немножко опадения их. То есть, да, они опадают, но это, в принципе, нормально, потому что это не очень дорогая палетка, она, как мне кажется, качественная, но это очень пигментированный металлик, и мне кажется, это вполне нормально для металликов. Теперь пришло время попробовать более темную сторону Nikita Tutorials, а именно темную сторону этой палетки. Здесь у нас на минуточку имеется магнитное зеркало, что не может не радовать, и оно у нас не приближает, как это зеркало. Итак, я начну с оттенка Slasher, это очень красивый, очень-очень красивый фиолетовый оттенок. Получилось как какое-то сердечко, когда я сделала этот сводчас на своем пальце. Сердечко. Я возьму кисточку от Elf, чтобы все это вбить в нашу зону растушевки. Надеюсь, вы не против, что у меня здесь есть пластырь, потому что я иногда считаю, что таким образом гораздо-гораздо легче получить тот самый эффект, которого ты добиваешься от растушевки. Я вижу действительно очень пигментированный оттенок. Каким он видится в палетке, таким вы и получаете его на ваших веках, что очень классно. То есть он не слишком светлит, он не бледный, он именно тот, который вы ожидаете увидеть в палетке коллаборации от Nikita Tutorials. Мне кажется, этот оттенок очень похож на оттенок из палетки Fenty Beauty Your Wine Palette. Там есть примерно такой же фиолетовый оттенок, он очень даже неплох, но этот, мне кажется, он гораздо более активен. Не могу понять, он немножко залипает, потому что я тут сделала небольшую линию, проведя этим оттенком, и немножко задержалась на этом месте, и увидела здесь такая есть линия, как будто бы она не растушевывается. Возьму другую кисточку, которую мы использовали до этого, я ее уже прочистила, и хочу сделать это немножко более таким активным. Совершенно другое дело, совершенно по-другому цвет ложится, гораздо лучше.
Сейчас мы немножко схитрим, потому что я хочу взять оттенок из светлого мира Nikki Tutorials. Я возьму оттенок Blend and Snap и нанесу его поверх нашего фиолетового, чтобы гораздо лучше растушевать его, потому что это смотрится слишком активно, согласитесь. Немножко в уголок глаза. И дальше я хочу добавить немножко синего оттенка, также в угол, где мы все растушевываем, где наш самый темный оттенок. Называется он у нас Амстердам. Что из этого получится? Он очень пигментированный. Он настолько пигментированный, насколько это возможно вообще. И сыпется тоже. Крошится он тоже очень легко, кстати говоря, поэтому с ним нужно реально быть очень аккуратным. Вау. Все мое лицо в этом синем оттенке. Надо сказать, что этот синий оттенок определенно нам дал то самое затемнение, которое мы хотели, потому что в этой палетке нет никакого черного оттенка. Здесь все, но не черные оттенки радуги имеются, поэтому я считаю, что для этой цели, которую мы преследовали, мы получили тот результат. Растушевывается он тоже очень даже хорошо. И для нашей части шиммерами у нас имеется три невероятно красивых шиммера здесь. Underground, All In, и также имеется шиммер под названием All Naturals. Вот так выглядит шиммер под названием Underground. Очень красивый, мокрый, стоящий оттенок в этой палетке, как мне кажется. Если вы любите бронзовый, то вы определенно полюбите этот оттенок. У нас имеется оттенок All In. Наверное, это то, с чем я и хочу пойти на мое веко, потому что он не слишком темный, не слишком светлый. И оттенок Mystic Tutorials, он очень прям... Когда вы нажимаете на этот оттенок, делая swatch, он проваливается, как бы, ваш палец. Он невероятно мягкий. И давайте уже начнем. Оттенок All In. Поехали. OMG. Сразу видно, он дуохромный и он очень пигментированный, что, в принципе, и ожидаем от этой палетки. Как будто бы он имеет в себе, знаете... зеленоватый плюс немножко золотой оттенок дуохрома. Вау. Вот из-за таких оттенков я и живу, когда покупаю палетки лимитированные, потому что оттенки, которые обычно выходят с блогерами, они действительно очень уникальные. От таких оттенков я... Вот такого именно оттенка я ни разу не видела нигде, поэтому... Вау, вау, вау. Я возьму плоскую кисточку, чтобы сделать... нашу часть, где у нас имеется этот глиттер, не такой отчетливой, как будто бы ее разбавить немножко. 100%, если вы будете использовать еще и спрей перед нанесением этих блесток, этих металликов, у вас будет такой хороший оттенок, такой блеск, которого вы вряд ли ожидаете от этой палетки. И дальше, почти последний шаг, я хочу взять тот же самый оттенок Slasher, наш красивый оттенок вина красного, и нанесем его также вот сюда, немножко растушевывая и вбивая этот оттенок красного вина немножко больше в наш шиммер. Дальше я хочу взять немножко оттенка Pride, это очень красивый розовый шиммер. Я вас немножко приблизила, надеюсь, вы не против, потому что я хочу показать вам все фоллауты, то есть все падения этих блесток, чтобы вы все это увидели своими глазами и поняли, что насколько вообще эта палетка хороша. Все мои руки в блестках, это нормально, потому что оттенки невероятно пигментированы. Теперь самая интересная часть. По-моему, это смотрится очень красиво. Это невероятно классно смотрится. И знаете, что самое главное? Вам не потребовалось столько много усилий, чтобы сделать эту идеальную растушевку, потому что у вас есть этот пластырь, опять же. Какая находка? Так, нет, я сейчас к вам вернусь. Через секунду я очищу зону под глазами, и, в общем, мы с вами поговорим дальше обо всем. Ну что, ребят, вот так выглядит все творение без пока еще ресничек, без всего, просто очищенная кожа. И вы можете таким образом посмотреть, как вообще тени легли. Мне кажется, это очень красиво. Это действительно очень и очень, знаете, такая палетка, которая делает тебя красивой и уверенной в себе просто из-за того, что здесь такие цвета. Честно, эта палетка мне очень понравилась. Я в шоке от того, что я смогла сделать такой невероятно инстаграмный макияж просто с использованием всех своих приспособлений, своего знания о том, как растушевывать, не прикладывая при этом огромных усилий для этого. И я получила это. По-моему, это очень
достаточно красиво. Сейчас я сделаю свои реснички и вернусь к вам уже красивой и законченным образом. Ну что, вот такой у нас получился конечный образ. Я наклеила очень такие гламурные реснички, они у меня давно были, я как-то им не пользовалась, и тут вот пришел момент как раз-таки, когда это пригодилось. Я в шоке, я не ожидала такого качества и того, что эти тени мне настолько понравятся. Если честно, я вот хоть сейчас бы пошла куда-нибудь на вечеринку, если бы у меня два глаза не были бы накрашены одинаково. И, ребята, у меня к вам есть небольшой вопрос. Как вы думаете, какой макияж у нас сегодня получился лучше и красивее, используя эту палетку? Именно черный мир Niki Tutorials, который у нас был на есть на этом глазу, в более темных оттенках, в более таких пигментированных темных осенних оттенках, или же более светлый приглушенный макияж. Я сейчас поняла, что я забыла нанести тушь на нижние реснички. По отзывам определенно мне понравились, очень сильно понравились металлики в этой палетке. Они действительно очень классные, они настолько мокрые, они настолько хорошо тушуются, настолько дают вам тот самый оттенок, который вы ожидаете увидеть в таких тенях, с очень пигментированных тенях, скажем так. Ну и, конечно, все остальные, ой, особенно оттенок, какой же оттенок? All in, просто невероятно классно дуохром. Ну и, конечно, все остальные металлики, вы красный, розовый, который мы использовали, Pride, просто вау, супер, 10 из 10. Насчет самих пигментов, я считаю, что они очень хороши. На удивление, с ними было очень приятно, легко работать. Так что да, ребят, надеюсь, вам понравился сегодня мой образ. Вот правильные слова. Такой макияж обязывает вас красиво быть одетой. Почему-то мне так вот почувствовалось, показалось, что я хочу надеть такое красивое платье и стать перед вами вот в таком образе. Спасибо за просмотр, ребят. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь и, в общем, пишите в комментариях вообще, что вы думаете по поводу этой палетки, купили ли бы вы ее, если бы она еще была доступна, потому что, насколько я помню и знаю, потому что я слышала от других ютуберов, что она уже sold out. Будет очень интересно почитать ваши комментарии и скажите, а вы, ребят, купили эту палетку, когда она запустилась на Beauty Bay или нет? Не прощаюсь с вами, ребята, скоро увидимся, всех целую, всех люблю, спасибо за внимание, всем пока!